Правильно с утра я проснулся вечером. Как обычно, проспал десятки встреч. У меня лично всегда такие правила: засыпать тогда, когда жизнь заставила. А за окном уже давно смерть. У нас смешная история. Зашел в магазин «Азбука Пушка», купил презервативов и купил «Доктор Мэппер». Достаю кошелек, а там лежит приглашение на 7-летие суда. А на ней полуголый мужик. Как ты меня смотрела, продавщица? Какой ты? Было причем прошлой ночью. Хотя такие сочные, а впрочем, я тут... очень много черпал из Фрэша, с очень многими людьми познакомился. Поэтому, блин, огромное спасибо Фрэшу, этим русским вечеринкам, огромное вам спасение. Здесь, и это заметно, хочу ли я есть? Да нет, наверное, люблю я лето. Тимур 7 лет делает эти вечеринки, я лично все 7 лет это вижу. И вы знаете что? Живо за 10 лет, а эти вечеринки еще живы. Это круто. Мы поздравляем клубы Фрэш, ждем рождения. Тимур, ты рули, братан. МС Кастро здесь. Закрытыми глазами ее походу видали даже на моя. Я помню, когда мы здесь начинали очень грязные мероприятия, очень... Рот тогда еще был маленький, хотел микрофон в руках, я скул ходил, блядь. И действительно, тут всегда было очень душевно. И что самое главное, ты всегда очень гостеприимен. Ты всегда очень, ну, помнишь своих друзей и знаешь, что твои друзья всегда помнят тебя, когда мы нужны будем с тобой. Когда твой друг... Действительно, я помню Рода, он тогда заканчивал «Восьмой класс», когда это было 7 лет назад. Я помню Браса, когда его постоянно не пускали на фейс-контроле. Я помню фейс-контроль, потому что один раз не пустили и меня. После боя, Тимур, я тебе говорю, надо фейс поставить. Я прихожу на следующей неделе, это было воскресенье, и фейсер мне говорит, вы не проходите. Я говорю, почему? Он говорит, да потому что. Я говорю, здесь рок-концерт. Он говорит, нет, R&B вечеринка. Ну вы не проходите, без объяснения причин. В тот день не пускали вообще никого, доброй ночи. Вот. Но это как бы Тимур так сказал, никого не пускай, я скажу, кого пустить. Нет, клуб развивался, пати развивались, все было очень круто. И вот каждый год все очень круто, в течение каждого года. Все круто, это действительно огромный респект. Это диджей делает так, с моим голосом. Огромный респект Тимуру и спасибо вам всем, что вы приходите в данный клуб. Ваш клип. Привет. Я просто голос посадил вчера в Воронеже, так что я думал отмолчаться. Но все равно я Тиме сказал уже, ну, как бы, не прилюсно, да, то, что я об этом обо всем думаю. Да пошел ты! Друзья, я, так как голос сел, но я все равно хочу это сделать для вас. Я сейчас вам мечтаю. Погода вроде летная, и что-то вроде ждет меня. Да. Иду один, и вот она, ты. А за тобой еще таких три. Нет, нет, не сегодня точно. Такое уже было, причем прошлой ночью. Хотя такие сочные, а впрочем. Тимур и его команда, но просто хочется на самом деле присоединиться к поздравлениям. Поздравить Тимура с 7-летней семеркой. Хорошая штука, моя любимая. Я думаю, что цифры будут прибавляться. Надеюсь, не уповаю на это. Я, конечно, не могу похвастаться, в отличие от прошлых героев, выступления, что я из самых истоков, но уже в Москве живу около 7 лет и постоянно посещаю Фрэш. Ну и Тимур, конечно, хорошо, и приятно с тобой дело иметь, братан. Давайте поаплодируем Тимуру, будем Фрэшу. Тимур в Баксе. Легенда R&B вечеринок по Фрэшу. Ребята, легенда, правда. Ну, кто так? У кого столько терпения? Ромушка,
можно я скажу свою речь для Тимура Вакси? Специально, то, что он повил. Мадам и мэн. Я на самом деле очень много лет в этом клубе тусовала. Да, я знаю всю подготовку клуба. Все, что тут происходило. Все, что тут было. И знаете, что меня радует? В первую очередь. Сколько прошло лет? 7 лет вечеринок. И все равно остаются те люди, которые здесь начинали свои тусовки. И я прихожу, и я радуюсь тому, что в принципе клуб, он обновляется, приходят новые люди. Но я очень рада видеть тех людей, которых я видела, когда мне было 17-12 лет. Я очень рада, что будет дорожить его работой. Сколько он сил в этом платил, сколько было скандалов из-за его работы, когда он своих детей, своих друзей всех просто нафиг поспал, говорит, я работаю. На самом деле, Тимур, спасибо тебе большое, что ты нам подарил вот это ощущение праздника. По воскресеньям особенно. Я очень рада, что у тебя все процветает и желаю всего самого наилучшего. И чтобы клуб «Фрэш» продолжал свою деятельность всегда. Спасибо тебе большое. Вроде горят такси, сегодня очень странный день. И я люблю его так сильно. Скажу коротко и скромно. Спасибо, что все эти 7 лет вы ходите сюда, ко мне. Спасибо вам, тебе, СТ, Сереев, такой. Всем люблю. Будем продолжать эту безлимитную серию. Вашу мать! Всем мир! Я вас всех люблю! Рон!